Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Партнер программы «Современная медицинская клиника». Стесняетесь своей улыбки и боитесь улыбнуться на людях? Решение есть. Протезирование зубов в современной медицинской клинике. Приглашаем на бесплатную консультацию. Вас осмотрит стоматолог-ортопед. Врач составит оптимальный план лечения. Мы подберем вариант протезирования для любого бюджета. Предоставляются скидки пенсионерам, людям с инвалидностью и членам профсоюзных организаций. Запись по телефону 30350. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 11 июня, в Печоре ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный от 4 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 6-8 градусов, а завтра днем плюс 13-15. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и услуги по рекламе на радио, телевидении и в газете. Реклама – это просто. 3,56,90. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Елена Лисицкая. Всего вам доброго. До встречи.